Приветствую вас, друзья, мы продолжаем играть в Station Ears, и прежде чем начать серию, я хочу такую внести небольшую рекламу своего Discord-канала, Discord-сервера, извиняюсь. Там вы можете общаться с другими игроками, также есть там продвинутые игроки, которые вас также обучат некоторым играм, особенно в этой вот игре. Можно просто провести веселое время, играя с другими игроками, так что не стесняйтесь, присоединяйтесь, будет весело. Здравствуйте. Тот момент, когда я решил на Марсе прогуляться в одних трусах. Ну что бывает. Ну что ж, давайте начинать игру. И у меня, смотрите, параметры шлема, скафандра просто ужасные. Это все из-за того, что я пытался за кадром вытащить ровер. Он там, короче, так застрял, я там и рыл, и не знаю, там... страдал. Я, короче, он меня так забодал, что я и разбивался, короче. И скафандр себе повредил, и шлем. В общем, все печально. Я, короче, психанул и распилил. Жаль, что ресурсов нам не возвращает. Ну и хрен с ним, короче. В общем, я не буду больше ровер строить. Нафиг нужен. Построим лучше какой-нибудь этот летающий аппарат. Да будем летать, куда надо, там улетим вообще. И доплачиваем эти из ресурсов. Ну, это потом. Сейчас в этой серии я хочу заняться первым моим ремонтом, это подвал. Мы будем делать подвал и переносить все вот это вот оборудование. Талаты, принтеры там, даже вон фабрикатор с компьютером. А хотя, может быть, какой-то компьютер здесь оставим, чтобы мы могли программировать чипы. Вот, я тут немножко расчистил местность, печку, как говорил, перенес туда, поставил больше фонарей. Естественно, больше уже киловатта у меня уходит на то, что ну, загорается свет. Я просто решил везде включать свет одним кликом. Не буду там поочередно где-то. Ну, в общем, ничего страшного. Поставил еще одну батарею. Разместил еще одну вроде как солнечную панель. Но надо будет еще потом доставить. Потому что я достал ядерные батарейки с ровера. И у нас сразу пошло питание в убыль. Ну, можно, в принципе, поставить твердотопливный генератор. И что-то там валяется. Вон далеки. Блин, надо сейчас не забыть туда сгонять. Так что давайте первым делом сейчас поменяем шлем. Так, давайте. Новенький кладем сюда. Со скафандром. А с нашего скафандра. Короче, снимаем шлем. Сюда. Что у нас в скафандре? Кислород. Сюда. Отходы сюда. Батарейку ядерную я поставил. Так что тоже сюда. Фильтры. Все, и уже помещаем сюда. Теперь одеваем новый шлем. Перекрасил его в синий цвет. Зачем light on? Так, теперь одеваем новый прочный скафандр. И снаряжаем его. Фильтр, отходы, все, паники больше нет, шлем открой. Так, ну все, вот это мы сейчас в утилизатор все позакидываем, все переоделся, в принципе можно идти. Так, еда у нас есть. Так, первый ремонт будет заключаться в подвале, да, то есть в принципе будем все оборудование, а второй ремонт у меня будет занят исключительно вот этой комнатой, жилым помещением, которое тоже будет уходить в подвал. Там у нас будет тоже несколько жилых зон. Одна жилая зона будет, это курятник. И другая. Может быть там кухня тоже что-нибудь. Ну, чего придумаем, короче. Ладно, включай свет, сейчас надо экономить немножко энергию. Ходим. Ну что, там не выкачал, что ли? Так, у нас день. Поставил, я не выдержал, все-таки решил лифт. У меня тут будет один тут здесь лифт. А с
ступеньки. Может быть, мы где-нибудь здесь делаем. И еще. Блин, почему персонаж не умеет бегать? И еще, может быть, где-нибудь здесь. Чтобы так сразу в шахту подвала спускались. Что у нас тут? Немножко водородика насобирал я. Вот, так что пока все нормально. Единственное, когда будем ремонтом вот этой комнаты заниматься, наверное, я все-таки весь воздух выкачаю, потому что даже здесь у нас немножко он испорчен. Но там, конечно, маленькие доли, там, считай, проценты, микроны, примеси всяких там азота, или этот, токсины, короче, вообще мизерно. Но я люблю, когда, чтобы все было идеально, поэтому, когда будем тем ремонтом заниматься, обязательно все выкачу. Все. Так, в принципе, я с собой взял много каркасов, много листьев. А, кстати, хотел увидеть, что там такое валяется. Нифига себе, напольный настил, куда улетел, два штуки. Значит, смотрите, что я сделал. Значит, от общего питания у нас идет провод, я его вылил сюда вниз. Уходит он туда у нас в систему и через трансформатор... Через трансформатор запитывается там у нас подвал. Надо бы тогда еще бесперебойник поставить, потому что, чтобы отделять всю электрическую схему вот эту. Так, ты, наверное, будь здесь, пока ты не нужен. Все, опускаемся вниз. Надо бы блоки, блин, подумать, если заделать. Вот такое у нас ждет подвальное помещение. Тут уже понастелил каркасы. Вот здесь, как я говорил, у нас будет жилое помещение с блэкджеком и курятником. Здесь у нас хочу сегодня как раз таки в этой серии расположить наше оборудование, как раз вот сюда вдоль. Закрыть все стеночками, постелить пол, освещение, короче, все, ну, сделать как у нормальных людей, все красивенько, так аккуратненько. Так, ты сюда. Я уже провел все тут, позакидал то, что нам нужно будет, это остальные каркасы, листали. Даже сделал принтер органики, я посмотрел, как изготавливаются там всякие там цветки, растения, даже яйца есть оплодотворенные, которые я профукал. И поэтому, ну, мы потом его уберем. Ну, здесь-то что, когда фабрикатор его делал, у меня много проводов погорело. Это вообще жесть. Так, давайте выезжаем вверх. Да, добавил когда освещение сюда, просто вообще замечательно. Теперь можно в любой уголок нашей базы идти, не бояться, что из темноты кто-то вылезет, какое-то существо. Печечка, да? Так, что у нас тут по нулям, да, уже потихонечку. У меня там водородик был. Перекачаться сюда. Так, ну что, я автолат уже, в принципе, разобрал. Вот он у меня весь в инвентаре. Все с него хамуди, короче, спрятал сюда. Даже модуль улучшения у нас он никуда не исчезает. Он также у нас будет в разобранном виде. Так, здесь я поставил еще на производство трубы эти конвейерные. Транспортные трубы. Так, все здесь выкинул, да? Еще одна есть. Давайте сейчас в лифт закинем. Вот. Лисал, печка. Куда тебя деть, а? Скорее всего, наверное, ты будешь там, где все печки, и ты будешь там в печном отделении, да, там три печки в одной. Будем туда располагать. Сейчас, значит, забрал только автолат. Давайте посмотрим, подумаем, что нам пригодится. Чтобы вдруг сейчас разберем принтер электроники, а нам там вдруг приспичит протянуть провод, а его нет. Короче, как-то так. У меня запасов особо нет. Нет, хотя есть. Обманываю, блин, как всегда. В общем, сдавайте, короче. Батареечка зарядилась, да? А у меня что? У меня. Да, зато эти батарейки у меня разрядились. Поэтому давайте нам пока выключим тут свет. Сейчас, в принципе, день наступает. Включим этот свет. У меня все равно ядерная батарейка. И вперед. Так, все, запуливаемся сюда. Жмем вниз. Тихо. Лучше я с собой возьму. А то там где-нибудь текстура застрянет, я буду потом искать. Потому что у нас тут прям уже хлам начинается в подвале. Я даже не успел ничего построить, и тут уже начинается захламлено все. Так, автолат. Блин, труба, иди сюда. Итак. Ну что ж, самое интересное. Я хочу красиво это сделать, чтобы у нас полностью оборудование не торчали, прям так как
как вам это объяснить? Ладно, сейчас вам покажу, я поставлю. Берем автолад в руки и давайте-ка располагать. Ты у нас будешь располагаться вот так. Так, и теперь вспомним бы, как это делать. Наверное, вот так. Наверное, сразу надо было еще стену сделать, чтобы я... Ладно, вроде бы вот так. Не буду ничего там говорить. Так, лишь железо. Наверное, скорее всего, газовая горелка нужна будет. Да. Газовая горелочка. Давайте запаяем. 4 кабеля. Газовая горелка. Пластик. И отверткой. Все. Хотя, блин, давайте быстренько сейчас стену сделаю. Я просто хочу тут красиво все оформить сейчас, быстренько. Так, нам понадобится плоская обычная стена. Но только мне нужно выбрать... Сейчас я поставлю ее. Выбрать с отверстием. Да, вот маленькие панели, люк. Наверное, как-то вот так. Так, ну-ка, сейчас листали. Блин, вроде так. Если не ошибаюсь, тут этому не должно ничего мешать. Так, берем трубу. Ставим вот так прямо. Ставится, да? И автолат я с собой брал. Че, не автолат, а стакер. 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 А, стакер у меня должен быть здесь. Ты у нас будешь туда смотреть. Во. Во, ништяк. Вроде все так получается. По идее. Так, и здесь у нас... Здесь мы будем выводить... приемник, ну типа как, давайте сразу так и замутим. Да даже вот на этом уровне. Так, а приемник у нас вот так, да, значит, располагается. Сейчас мы тогда так, это убираем. Что-то разводной, нам нужен ключ. То есть мы берем его вверх, не приемник, угловой. Вверх. Блин, короче, надо было расположить правильно как этот приемник. Во, вот так. Я думаю, все у нас будет это попадать внутрь. Так, все ж нормально. Да. Сейчас мы, конечно, все так проэкспериментируем. Сейчас проведем провода. Вон у нас провод. Так, стакер у нас дальше будет идти по всей конвейерной линии, через другие оборудования, и все у нас будет в одно место высыпаться. Ну что ж, испытаем. У меня с собой ни один вообще слитков нет. Так что, хрен, что испытаем. Просто сейчас гонять опять наверх. Так. Пока что включаем так, потом, конечно, чипы подключим. Ну, сделаем стак 50, как всегда. Вот. Так, лампочки надо сразу сюда подвести под освещение. Сейчас быстренько сгоняю, какой-нибудь слиток возьму. Ну, я думаю, железо сейчас первым делом. Вообще у нас... Так, железо железом, а что мы тут брали? Да, железо и сталь была. Так, пробуем. Туда провалится она или нет. Ну, вроде должно, по идее. Да, вон, сталь валяется. Можно было корзину поставить, но с корзиной, видите, надо подводить энергию. И постоянно тоже, чтобы она включенная была, вместе с автолатом там. Мне кажется, проще так просто выкинуть слиток, да и все. Вот у нас все внутри. Да, все работает, все, мы можем уже, в принципе, что-то делать. Ладно, так чтобы давайте уже
Запаяем улучшение. Все. Отлично. И теперь сейчас пойдем принтер электроники заберем. Все, выключаем. Выключаем, я сказал. Так, инвентарь у нас пустой. Пойдем. Тут опять стемнело. Что там батарейки у нас? Блин, надо топливный, твердотопливный генератор включать. Слушайте, у нас тут офигеть, сколько всяких ресурсиков. Давайте включим пока. Вытаскивай. Ты что, и все что ли? Тихо. А что тут у нас 1 грамм припой? Я не понял. А, все, вроде подобрал. Кидаем сюда. У нас потихонечку начинают кончаться провода, да? 16 здесь. Ладно, давайте тогда свои запасы возьму. Так. 42. О, теперь у нас прям нормально. Все, выключайся, мы сейчас тебя будем распиливать. Ключ. Что нужно? Болгарка. Кусачки. И снова болгарка. Офигеть, разводной ключ. Все, так, у нас принтер электроники тоже разобран. Сейчас теперь надо все это дело сложить. Так. Лист железа, лист пластика. Так, сюда. Сюда мы кидаем улучшение. Где-то у меня инвентарь забит вообще. Ладно, провода к проводам закинем. Сам принтер. И что это у нас? Труба осталась, да? Офигеть, а тут пироги у нас. Я не могу отсюда прям съесть. Нет. Ладно, хрен с ней, с этой трубой, потом приду. Это самое главное, построить нам принтер. Кидаем все здесь. Так, модуль пока не нужно, нам, собственно, пока нужен принтер электроники. Просто хочу понять, как всю систему конвейеров будем располагать. Так. Так, ты у нас вот так. Если я сделаю так. Так, нет, ты все-таки вот так располагаешься. Что тут у нас? Доберусь ли я до конвейерной линии? По идее должен. Она у нас вот так вот должна быть, по идее, вот так, как змея выходить наружу. И вот сюда как раз таки. К стакеру. Нормально, удобно будет, думаю, нет? Не, надо бы как-то тут замутить чуть-чуть по-другому. Так, я думаю, немножко у нас будет поэкономичнее с трубами. То есть у нас вот так будет выходить вообще в три трубы, три конвейерные трубы. Также мы все закидываем, а здесь у нас выход пошел вот так пойдет. Здесь тоже через стакер пойдет. И с помощью соединителя мы будем продолжать дальше эту трубу вести. Ну сейчас, к сожалению, трубы закончились. Я не знаю, ну мы в этом не можем, наверное, сделать трубы транспортные, наверное, скорее всего, нет, да? Не, можем. 13 штук. Так, стакер включим. Сейчас он, по идее, будет сюда уплевывать. А, нет, он не будет сюда уплевывать, потому что у нас стак 50 задан. Ну сейчас он доделает, а мы сейчас давайте пока потихонечку провода дальше доложим. Так. Так, тут для стакера. То есть вот так где-то. Готово. Все, да? Железо закончилось.
Ну-ка, выплюни мне, пожалуйста. Стой, 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 стой. Он успел. Так, пока выключайся. Сейчас давайте тут нормально сделаем, чтобы мы сейчас железо закинуть. Так, нам сейчас нужна будет транспортная труба, приемник. Располагаем, вот. Отлично. И компактно, и нормально. Здесь, здесь, здесь. А у нас стены больше нет, да? Только каркасы одни. Блин, ну ладно. Так, ты у нас тоже работаешь. Все хорошо. Стакеря с собой принес? Принес. Так, ты у нас туда будешь смотреть. А! А, не-не-не, все правильно. Я думал, трубу забыл поставить. В принципе, это невозможно было. Так. Транспортная труба. Теперь у нас уходит сюда. Вверх. Вот, сейчас нападет поверху, соединится и дальше. Фух, как все это тут... Ну, кстати, хватит ли места тут? Так, грубо говоря, через блок у нас получается блок. Ну, раз еще сюда у нас станет сгибатель. И сюда станет у нас принтер инструментов. И все это можно будет выбрасывать, ну, куда-нибудь сюда выведем клеточку. Ну, и рядом расположим тогда уже компьютер и фабрикатор. Так, нам нужно железо сейчас наверх подняться. Хотя, подожди, что у нас тут, кстати? Сталь, серебро, никель. Ну, давайте все, что это было, закинем сюда. А я так могу закинуть? Нет. Надо именно подойти и кинуть. Тут же, да? Да, вон золото валяется. Короче, блин, кремния вообще ничтожное количество. Так, электрум, никель, серебро и сталь. Все. И у нас снова все лежит в принтере электроники. Ну что ж, у нас пока что остался предпоследний станок. Сгибатель, может быть, лампу поставить, что у нас инвентарь-то забит. Так, одну лампочку мы поставим вот здесь. Убираем на стены светильник большой, наверное, вот так. Мы расположим потом вторую лампу здесь. Третью. Что такое, не пойму. Третью. Да что происходит, не пойму. Что мне за... Мешает тут поставить лампочку. Во, наконец-таки, только вот так. Так, ну и еще как раз одна осталась, это у нас вот сюда пойдет. Снова нужна куча проводов, чтобы все это соединить. Ладно, друзья, пошел тогда за разбирать станок. И я, наверное, подцеплю немножко сверху провода. Блин, надо еще провода сделать. Давайте сейчас тоже тут так поменяем. Медь у нас тут есть? Нет, ни хрена нет, я вспомнил. Чтобы мы пока шлялись. Ладно. Пошел я за станком, за медью и за железом. Итак, ну, принес я еще один станок. Давайте сейчас его распакуем. Подвел немножко энергии, проводов. Сейчас давайте заниматься. Так, скидываем пока. Нам берем набор. Труб. Ставим его вот так и начинаем паять. Так, лишь железо, горелка. Так, лист пластика и отвертка. Все. Модуль потом поставлю. Сейчас еще давайте подведем трубы. Так, тут еще 7 есть, уже 9. Мало, блин, ну хотя бы столько. Так, ты у нас будешь уходить. А ты уже вышла, да? Мы сейчас проводим прямую.
Офигеть, как он не быстро кончается. Я уже и железо принес. 49 грамм. Ну, она тут стоит 3 грамма железа, а вот сгибатель, мне кажется, подешевле. А мы сейчас не включим, ну ладно. Так, тут у нас тоже прямая. Сейчас поем, подожди. Так, и тут у нас как раз таки пойдет соединение, да. Только сейчас надо правильно выбрать. Во, то есть стрелочками смотрим, чтобы все правильно было. Ну, как вот типа провода. Так, дальше. Дальше сюда. И остался нам последний станок. Сейчас мы быстренько перекусим пирогом. Вот все. Теперь нас не будет беспокоить это сообщение. Давайте-ка сейчас поставим стены. Не зря я их сделал. Здесь мы поставим, наверное, вот такую большую панель. Здесь мы как раз-таки майки панели люк. Не вижу только где люк. Ага, вот он. То есть вот так. Давайте-ка попробуем поставить. Во, замечательно, просто ништяк. Потом еще полы тут я сделаю. И все станки еще даже перекрашу. И стеночки перекрашу, будет вообще такая прелесть, красота. Так, ну что, мы дальше. Давайте уже последний станок добьем, так уж и быть. Я уже не помню, где он. Ну, где-то в шкафу у меня. Едем. Где-то здесь. Если не ошибаюсь, твердотопный генератор. О. Ну-ка давайте-ка пока подключим. Вот, тем более и кабеля есть. А то что-то тут мне не очень хорошо все выглядит. Блин, а? Куда тебя расположить-то? Нашел нам место. Вот здесь он вообще никому не мешается. Давайте сейчас закинем немножко угля. И нажимаем play. Все, заработал. Сейчас у нас очень быстренько зарядятся наши батарейки. Вон, как я мне писали, что 50 стаков угля хватает, чтобы зарядить 3 или 4 батарейки. То есть он, ну, вроде как выдает 20 киловатт, то есть нормально. Так, зачем я сюда пришел? А, все, вспомнил. Вот он, производитель инструментов. Так, что нам еще понадобится из пластика? А это что? Стена. Стена, это у нас будем мы точно огорожать все то, что будем выкидывать. Так, что-то каркасы, железо. Вот здесь пластика нам пригодится тоже. Возьмем с собой. Так, все. 16 киловатт. Ладно, заряжайтесь, хрен с ним. Угля вообще не жалко. Так, а надо было свет подвести туда. Так, кабель силовой нафиг я принес. Это у нас сейчас будет расход. Очень много света у нас уже на базе. Ну что поделать, со светом-то лучше. Включайся, пожалуйста. Вот. Так, так, ты сюда. Ты у нас будешь вот здесь. Ах ты, боже мой, к нему надо еще всякие штуки-дрюки. Так, ладно, то потом. А, я же хотел все-таки этот подключить. Посмотреть. У него вроде кажется трубы дешевле делаются. Или мне показалось, или приснилось, не знаю, посмотрим сейчас. Иди отсюда. Так, включаем. Да, 1 грамм железа. А в автолате 3 грамма, то есть. Я бы сказал, еще как выгодно, в 3 раза выгодно. Поэтому, а железа у нас там нет нигде. Не буду иметь. Стакер. Сразу сюда закинем. Стакера больше нет, надо будет делать. А, железо.
Так, а ты откуда же будешь уплевывать? Уже оттуда, да? Блин. 49. Да 49 труб сейчас было бы у нас. Надо прицами сейчас пойти выплавить железо. Так, во-первых, еще железо. Нам надо сейчас еще лишь железо взять, потому что у меня с собой его нет. Короче, сейчас давайте доделаем это и будем украшать. Итак, друзья, после долгих мучений все-таки я замутил это дело. Все, все достроил, все подвел. Смотрите, у нас как получается. С виду вроде сейчас все так некрасиво, так как обычно. Ну, блин, сейчас все это закроем стенами, огородим, и будет вообще замечательно. Так. Все вроде правильно. Сейчас будем испытывать. Тут соединитель. Выходит, соединяется. Здесь приемник. Выходит, соединяется, идет сюда. И тут у нас раздатчик будет выплевывать. Единственное, что можно сделать, я тут даже принес обычную стену. Здесь можно будет огородить. Как-то вот так, чтобы у нас то, что будет падать, никуда у нас не укатилось. А там мы сейчас просто закроем. Так, где у нас слизь стали? Берем буржуйку и давайте тут запаяем блок. Вот. В принципе, можно и тут запаять. Так, ну это потом все запаяю я. Офигеть, как мне туда попасть? Надо будет там тоже все запаивать. Возможно. Так, ну что ж, давайте испытаем. Что нам сейчас нужно? Нам вот, скорее всего, нам понадобится медь, потому что не медь, а моток кабеля у нас вообще мало. Хотя, в принципе, зачем он пока нужен? Нам сейчас нужна будет стена. Плоская стена. Вот, точно. Давайте. Включаем. Плоская стена. Сталь есть? Ну, давайте, не знаю, сколько в стаке влазит. Ну, сделаем чуть-чуть. Так, все у нас складывается, складывается. Когда стак заберется у нас полностью, он пойдет по этой всей линии и плюхнется прямо вот сюда. Ну, или мы это сами сделаем. 120. Сейчас, наверное, 118 будет, и остановим. Так. Выплевывай. И побежал. Побежала стена, побежала, побежала, побежала. И давай, прыгай. Во! Отличненько просто. А что? Так. Ну что ж. Делаем. Так, раз у нас все там нормально, поэтому можно с уверенностью закрывать. Так, выбираем. Где у нас люк? Стрелкой, два оттенка, монохромная. Вот он, люк. Делаем вот так. Делаем снова вот так. Все, готово, да? Теперь нам нужна обычная стена. Выбираем большая панель. Ставим сюда. Сюда. Ну, и сюда, и может быть даже сюда. А может быть даже у нас стены хватит, точно. Так, это у нас обычная стена. Во. У нас, грубо говоря, будет... Сейчас, секундочку. Эту комнату отделим, то есть поставим здесь тоже стену. Вот, поставим здесь дверь, что мы будем ходить, и у нас будет сразу включаться свет, чтобы все экономить. Ну, как-то так. Так, пока тебя выключим, давайте попробуем запаять. Вот, и у нас вот так вот все красивенько получается. Вот, ништяк. Раз на то дело пошло, давайте продолжим. Делается плоская стена. Сейчас мы принесем и разукрасим все то, что, ну, что чему соответствует. Предположим, у нас автолат. Не знаю почему, но он меня ассоциируется с красным цветом. Это что у нас? Принтер электроники. Ах, хрен его знает, каким тебе цветом покрасить. Атмосферная. Ну, атмосфера синеньким, думаю, можно. Я не знаю. Кстати, еще полного продлить здесь. Точно, 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 точно. Ладно, пойдемте пока закрасочка сгоняем, посмотрим.
Нам надо выбрать 4, да, краски? Так, хаки есть, да? Ну давайте цвет хаки возьмем. Сколько тут градусов осталось? 69, нормально. Так, оранжевый, черный, синий берем. Серый, черный, оранжевый, синий. Еще синий. Розовый. Так, а какие там цвета говорил? А, красный нужен. Где красный у нас? Оранжевый, оранжевый. Красного нету, да? Можем, кстати, там в принтере сделать. Давайте будет оранжевый, а красный, ну, что-нибудь тоже придумаем. Все, пока что закрываем. Stand clean. Stand clear. Так. Ну ладно, хрен с ним делать. Стали у меня вроде как нормальное. Железо еще подсобирал. Итак. Берем синий. Синий — это у нас атмосфера. Где атмосфера? Вот. Вот так. Пока что иди обратно. Что там? Хаки, да? Хаки можно, кстати, замутить. Опускай. Принтер электроники будет хаки. А ты у нас давай будешь оранжевый. Во. 4% осталось. Так, сколько ты там нам натворил стен? Ну-ка, выплюнь. Хотя не, делайся дальше. Так, он хоть стак выкинул. Ну, а, да, готово. Так, давайте теперь разделаем пол. Снова выбираем плоскую стену. Пожалуйста, расположи снизу. И выбираем большая панель. Не знаю, мне вот этот блок, точнее стена, это больше всего так нравится. Ух ты, 30, да? Слушайте, мы можем даже два ряда все это сделать. Надо ж не забыть, чтобы эту комнату расположить нам этот, как его называют, компьютер и фабрикатор. Все, ладно, хватит, а то ты сейчас разошелся. Выплевывай. Так, слиз стали теперь берем. И накладываем. Конечно, потом это для чипов разберем. Ну, мне сейчас хочется посмотреть, как это будет со стороны все смотреться. Во! Это сейчас, друзья, у нас какая-то прям цивильная белая комнатка получается. Осталось только потолок замутить. В принципе, а почему сейчас бы этим не заняться? Раз мы уже здесь, то давайте добьем эту комнатку. Видео, наверное, уже будет больше часа идти, но пофиг. Так, две панели осталось. Хватит, хватит. Блин, не хватило как раз таки штучки две. Так, ага, вот тут. Все, есть. Единственное, лист стали еще возьмем. Человек, который посмотрит это видео, или с кем я играл в Дискорде, он узнает эту расстановку. Так что ему вообще отдельное спасибо. Мне эта просто схема понравилась. Вот, и решил себе такую замутить. Так. Все. Кыш. Кыш. Стену я, конечно, потом сделаю за кадром. Сейчас самое главное, как все это будет смотреться. Так, у нас что там с баллончиками осталось? Оранжевый, да? Наверное, не хватит на... Да, сюда не хватит. Цвет хаки. Может даже потолочек тоже покрасить. Вот, дальше у нас синенький идет.
Все, ну тут я не знаю, какой цвет выбрать. Можем. Кстати, а подключили мы его? Да, подключили, точно? Точно. Давайте-ка посмотрим, что у нас есть за цвета еще. А, не хочу темные. Так, зеленый, ну хаки как бы был. Серых, оранжевый, розовый. Розовый сделать, фиолетово. Нет, красный, в принципе, можно. Желтый. О, давайте желтый. О, баскетбол обязательно мы с вами поиграем, но в следующей серии. Давай, делай. А, железо. А, железо, железо. Нема. Ладно, короче, пока что я так оставлю. В общем, друзья, смотрите, какая у нас замечательная комнатка появилась. Прям я не нарадуюсь глаз. Точнее, мои глаза не могут нарадоваться. Ладно, выключаемся. Короче, за кадром я тут поставлю стеночку, поставлю дверь, чтобы мы могли сходить сюда. И у нас, может быть, поставлю выключатель, а может быть, датчик. Какой датчик? Датчик движения поставлю. Единственное, нам осталось расположить фабрикатор. Скорее всего, эта комнатка будет немножко пошире или как-то будет... Можно, кстати, вообще тут окна поставить. А фабрикатор мы поставим здесь, рядом с компьютером. И у нас вот тут также будет в эту трубу все уходить. Сейчас фабрикатор... Нет, не будет выходить. Фабрикатор будет стоять здесь. У него же конвейер большой, поэтому будет все сюда выкладывать. В общем, друзья, вот такая вот серия получилась. Извиняйте, если она будет у нас долго идти. По моим подсчетам, не должна, по идее. Вот. В следующей серии тогда мы приступим дальше. Наводить марафет в подвале. И, скорее всего, может быть, уже даже в следующей серии будем разбирать жилое помещение, откачивать весь туда воздух. И постепенно проводить его жилое помещение сюда. В общем, все, друзья. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.